Александр Новиков, главный тренер Смоленской СГАВКСТ, новых чемпионов премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги. Поделитесь вашими эмоциями, вы только что стали новыми чемпионами нашей лиги. Какие эмоции могут быть чемпионские? Они только положительные. Конечно, сегодня все для нас сложилось в обоих матчах. Вот. Но чем интересна лига, чем она непредсказуема и почему очень много команд уже хотят участвовать в этой лиге, потому что результаты, игры, они абсолютно непрогнозируемые. Ты не знаешь, с кем ты, где ты очки потеряешь, где ты возьмешь. Поэтому каждая игра и сегодняшние игры показали, что каждая игра может развернуться в любую сторону. Вот. Но, честно, хочется, во-первых, поздравить весь коллектив Академии физкультуры, профессорско-преподавательский, ребят наших студентов с кафедры футбола с этой победой. Мы, скажем так, наша команда имеет давние традиции студенческие. В советские времена мы были чемпионами России среди студенческих команд, когда было ДСО «Буревестник». Вот. Ну и сейчас, в общем-то, через 35 лет фактически прошло. Вот. Мы вновь стали чемпионами. Это большое достижение, я думаю, останется. Ребята вписали свои имена в историю. Какие эмоции были в раздевалке вчера? Насколько сильно вы верили в такой исход сегодняшнего дня? Вы знаете, ребята вчера были вообще полностью опустошены. И там не то, что эмоций не было. Была гробовая тишина, потому что, в принципе, в наших руках все было. Но, еще раз говорю, я им даже вчера зашел в раздевалку, тоже сказал, говорю, парни, в жизни всякое бывает. И этот турнир показывает, что здесь, уже в Крыму, в финальном турнире, может произойти все, что угодно. И, скажем, все сложилось сегодня как нельзя лучше для нашей команды. Сколько времени вам потребуется, чтобы отойти от такой драматичной концовки чемпионата? Ну, сегодня у нас есть день, хотя часть ребят сегодня уже будет задействована в матчах за сборную НСФЛ. Вот, все-таки мы чемпионы, и я думаю, что для них это будет тоже своеобразная награда за чемпионство. На самом деле времени-то не так много. Мы уже буквально на следующей неделе стартуем в региональном чемпионате своем. И те ребята, которые у нас приехали с РФСО, они тоже будут участвовать в матчах чемпионата России по ФЛ. Какие планы у вас на следующий сезон? Будете ли защищать ваш титул? Вы знаете, известно, всем известно, что завоевать титул несколько легче, чем удержать. Естественно, в следующем году все команды НСФЛ будут на нас настраиваться с двойным усердием, скажем, двойным усилием. Но тем мы интереснее, тем мы будем расти как футболисты. Ребята будут расти как футболисты, будем расти как команда, потому что только вот в таком напряжении, в таких драматичных матчах ребята как бы растут и мужают и становятся, дай бог, станут настоящими профессионалами. Спасибо, поздравляем вас с чемпионским титулом. Спасибо вам тоже. До встречи. Спасибо в следующем сезоне.